Хочется спросить, как тебе игра? Было сложно, мы ошибались. И каждый раз, когда у нас что-то получалось, мы немножко заходили слишком далеко и все теряли. В общем, мы проиграли, мы потеряли желаемый импульс. Были хорошие моменты, но нас словили на ошибках, нас словили, заставали врасплох. Так что, в целом, все. Твоя команда одна из сильнейших на этом инте, и многие команды даже повторяли твои драфты. Как ты чувствуешь себя к таким трендсеттерам? Да нет, в целом нормально. Все понимали, все на этом турнире драфтили в похожем стиле. Мы видели разные драфты от всех команд. Abuse it to the potential are the ones that were winning, obviously. Там и, конечно же, были те, которые можно было обузить до тех пор, пока ты не побеждаешь. Пара слов для фанатов Team Secret. Спасибо, что верили в нас. Ну, видите, все возрастает, так что в следующий раз будет второе место, потом, наверное, первое. Проигрывать неприятно, но жизнь продолжается.